Для чего используется усик? Для того, чтобы нам соединить два капельника, нам нужно, у нас, допустим, один капельник он у нас отогнут и ближе к плоскости, к этой, а этот у нас, например, выступает. Для того, чтобы нам два капельника были в одну линию, для этого делается вот этот усик. Вот этот усик потом отгибается в обратную сторону и таким образом соединяет капельник в одну линию. Таким образом мы подготовили картины капельники, посчитали, для какого количества нам это нужно, и наши капельники готовы.